Евгений Долгоморецкий. Ну, как вы понимаете, этот приезд непрофессиональный, поэтому будьте снисходительны. Насчет праздника, естественно, я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям. И хотелось бы, чтобы 8 марта был каждый день. Мечта женщины. Итак, первая песня, я повторяю две, исполнять внутри. Значит, первая песня, это родная песня, исполнял ее лучший певец среди лирических певцов, на мой взгляд, Валерий Бадинский. Не грусти о том, что осень пришла в наш дом, и что за окном льют дожди, но еще одна весна нам приходит только в снах. Не грусти, не надо, не грусти. Настоящая любовь нежно греет нам сердца, не стареет никогда, никогда. Ей разлуки не страшны, обещания не нужны, потому она всегда молода. Дождь пройдет, поверь, и вновь постучится в дверь ласковый апрель, и тогда мы придем с тобой в сад, сад, где много лет назад ты впервые мне сказала «да». Настоящая любовь нежно греет нам сердца, не стареет никогда, никогда. Ей разлуки не страшны, обещания не нужны, потому она всегда молода. Да здравствует любовь! А вторая немножко в другом плане, это серенада. Представьте картину мужчины с гитарой под окном, под балконом. На призыв мой тайный страстный, о, друг мой прекрасный, выйди на балкон. Как красив сок неба атласный и звездный ясный, вдруг печален звон. О, дари стон ночи улыбкой, и я с тобой нитки обниму, любя. До зари, до утра прохлады я петь серенады буду для тебя. Ночь молчит, и тени густеют, но видишь, бледнее пред зарей восток. Мир наш спит за крепкой стеною, объят тишиною весь наш городок. Мы одни, и никто не узнает, пока не светает, выйди на балкон. Звезд огни дрожат и мерцают, и ввысь посылают струнный перезвон.